Банк России отозвал лицензии у трех российских банков – Связного, Балтики и Нотабанка. По данным регулятора, кредитные организации нарушали федеральный закон и нормативные акты Банка России, регулирующие банковскую деятельность. У Связного, Балтики и Нотабанка уставной капитал был ниже необходимого. Также, по мнению экспертов, они проводили рискованную финансовую политику, недооценивая возможные риски. В результате собственных средств у них не осталось. Напомню, в минувшую пятницу в эфире 7 канала мы рассказывали о проблемах красноярских вкладчиков банка «Балтика», которым за своими вкладами предложили приехать в офисы, расположенные в Москве или Самаре.